Итак, всем привет! В этом видео я вам расскажу, как сделать вот такого вот симпатичного Деда Мороза из бумаги. В данном случае он у нас сделан из бумаги формата А4, белый лист, полностью и разукрашенный маркером. Но если у вас есть цветная бумага, какая с одной стороны беленькая, да, белая, а с другой стороны красная, вот, то есть красная цветная бумага, то вам красить не придется. У вас получится вот эта изнанка, это так. Но в нашем случае это просто А4. Итак, приступим к работе. Для того, чтобы его сделать, нам понадобится с вами квадратный лист бумаги. Как его сделать? Берем, вот мы, у нас А4, сгинаем по диагонали. Здесь вот, чтобы ровно этот край загибаем сюда. И либо отрезаем, либо отрываем. Вот он наш ровный квадратный лист бумаги. Если у вас цветная бумага, то, допустим, вот эта красная сторона, ложим ей вниз, изнанкой вверх, когда начинаем работу. Итак, к нашей диагонали сворачиваем так два края, здесь ровненько, к центру. Делается он, хочу сказать, очень просто, это Дед Мороз. И симпатично смотрится, так как вот сзади он еще как стоит, можно так и поставить, он будет такой вот стоять. Сгинаем этот край тоже сюда же. Здесь нужно немножко аккуратно правнее. Оп, согнули. Вот что у нас есть. Теперь мы берем вот так вот, да, и вот этот край острый загинаем вот по кончику вот сюда вот. Прикладываем ровненько, держим, и здесь аккуратненько все подгинаем. Оп. Теперь, после того, как мы сделали эту операцию, мы переворачиваем нашу фигуру, вот к вам лицом, переворачиваем ее. Все, и после того, как у вас получилась вот такая вот фигура, мы вот просто перевернули, да, назад, то мы берем вот этот вот край и отворачиваем не до самого конца, а чуть-чуть выше. Буквально где-то 2 сантиметра здесь напуск делаем. Вот. Отворачиваем, загибаем. Вот, и после этого отворачиваем эту шапочку вниз настолько, насколько мы хотим. Это будет верхняя вот эта вот шапочка нашего Деда Мороза. Допустим, берем сантиметрик, да? Проводим линию. Вот, и вот теперь вот эти края по нашему треугольнику загибаем сюда вот назад. Теперь мы видим, что если так повернуть, у нас вот получилась вот такая вот фигурка. Если у нас будет цветная бумага, то у нас получится вот это вот все красное. Так же, как и здесь, вот это все красное. А шапочка, и это будет белое, его лицо. Потом сможем нарисовать ему здесь глаза нашему деду. Там нос, все, что захотим. То есть, вот так. Всех с Новым годом!